Привет, ребят, с вами Аурум, и если хочешь эти скины получить абсолютно бесплатно, прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал. Это принципиально важно. И досмотри это видео до конца, и узнаешь, как их получить абсолютно бесплатно. Но подписочка, лайк, колокольчик, вот чтобы все уведомления приходили, потому что YouTube иногда очень сильно глючит. Ну и сейчас, ребят, я нахожусь на аккаунте Эмоми. Это мой хороший знакомый, помощник, менеджер, модератор. В общем, помогает мне очень сильно. Я, короче, решил купить ему скины. Обычно покупаю подписчикам, нефартовым аккаунтом. Почему бы не купить своему модератору? Ну, имею полное право. Но просто так покупать неинтересно. Поэтому я придумал челлендж, в котором он должен меня победить. Я предложил ему это сделать. Он говорит, да блин, неинтересно. Ну, как бы, давай что-то более оригинальное. Давай сразимся против других чуваков в ШД, и кто победит, тот и красавчик. Ну, типа, короче, если он меня победит, то я ему покупаю скины. Если нет, то, например, он мне. Но есть момент. Само собой, если мы пойдем в дружеский ШД, наберем подписчиков или даже сокланов, то они в первую очередь будут убивать меня, потому что у меня ник Аурум, и хочется его убить. Либо, наоборот, будут тимиться со мной, понимаете? Поэтому мы решили с Эмоми переименовать ему аккаунт на АУ Аурум. У нас будет два идентичных ника, и вот именно в такой теме мы пойдем в ШД. Кто из нас быстрее умрет, тот, в общем-то, и проиграл. Ну, и здесь нужно, принципиально важно, Эмоми выиграть, чтобы еще до конца этого видео я ему все-таки купил скины. Ребят, если вам такой челлендж нравится, прожимайте лайк, подписывайтесь, опять же, потому что, ну, хочется не просто там заходить банально покупать, а что-то придумывать плюс-минус интересное. Ну, и, опять же, как получить эти скины бесплатно? Все очень просто. По ссылке в описании переходите в мой инстаграм, подписывайтесь на него и оставляйте комментарий под последним постом. Я там с микрофоном стою, с цветами, это очень странно. Вот под него оставляйте комментарий, подписывайтесь на инсту, и результаты уже буквально через несколько дней прямо на стриме рандомно выберем победителя. Шанс есть у абсолютно каждого, причем давайте сделаем следующим образом. Вот те скины, которые у вас есть на аккаунте, я, например, могу подарить их, ну, не знаю, скажем, 5 людям. Давайте, 5 победителей. 5 победителей и все скины новые, которые у вас есть на Аке. Есть 2 скина, подарю 2. 1-1. Если 3, подарю все 3. Итак, 5 человек. Так что давайте сделайте это прямо сейчас и досмотрите видео до конца, сможет ли получить эти скины Эмоми или нет. 120 гемасов, благо у него 128. Введите новое имя, да пожалуйста. Имя успешно изменено. Опять же, это все с разрешения Эмоми. И теперь я перемещаюсь на свой аккаунт, и сейчас будем делать батл. Короче, все готово, но, блин, мы придумали еще более жесткую херню. Посмотрите, АУ Аурум, АУ Аурум. Просто два чувака с ником АУ Аурум. А дело все в том, что у меня Мортис и у Эмоми Мортис. А всех остальных ребят с моих сокланов мы попросили взять динамайков. Что сейчас будет, просто нереально. Само собой, они, походу, будут тимиться. Я, в общем-то, сказал, что блин, да не, ладно, короче, можете делать, что хотите. Ваша задача просто найти и уничтожить Аурума. Вот, я здесь спрячусь, типа. Нет, мне кажется, что мне не получится спрятаться. Но я хотя бы баночку... О, я вижу, Эмоми кого-то уже убил. Кого-то убил уже Эмоми. А, хитрец какой. Так. Я сейчас умру. Черт. Надо сваливать. Черт. Реально страшно. Жесть какая-то. Нет, не заметит. Может, не заметит. Убейте Эмоми, блин, его сейчас первого убьют. Его стопудово убьют первого, да? А где он вообще? Нет, его. Так, где-то он тут должен быть. Блин, это большая охота на... Черт, нет. Блин, я умер, черт, а где Эмоми? Я хочу увидеть. Блин, лол, а я могу досмотреть? Давайте я посмотрю. Так, стоп.
А где? А вот он. Смотрите, он живой, блин. Мне кажется, он затимился. Самая главная тема, что они не понимают, где я, а где на самом деле Эмми, вы купаете? То есть, и таким образом, они просто хер знают, кого убивать, но... Ну, ты посмотри, что он творит вообще. Он еще мог выжить. Давайте еще один. Ладно, я проиграл уже Эмми, фиг с ним. Я куплю ему эти скины, но давайте еще одну каточку бахнем. Так, все скины, сколько они у нас стоят? 80, 160, 310, 340. Это получается 20 баксов. 20 баксов, само собой, проверьте обязательно, обязательно введите код Аурум. Это очень принципиально важно. Ну и покупаем. Есть! Первый у нас идет, конечно же, наш зеленый пацанчик. Карл Леонард. Ну, если честно, я, по-моему, обсчитался, да? И 310 надо было. Зачем я ниту посчитал? Блин, нафига? Но я бы вряд ли сэкономил бы. Я бы вряд ли все равно сэкономил бы. То есть мне в любом случае нужно было бы покупать. А, на втором месте, по моему мнению, сегодняшний скин, который только появился, это Эль Бравон. И самый топовый, которого я просто безмерно уже полюбил, это Леон Салли. Мне уже он... Вот я раньше говорил, что у меня Леон Акула на первом месте, но теперь я даже не знаю. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой на данный момент сегодня ваш любимый скин Леона. Мне кажется, Салли топчик. Ну и так уж раз ниту тоже считал, еще и ниту ему куплю. И давайте доиграем наши каточки. Ну, хотя бы еще одну катку я постараюсь все-таки затащить, а то мне немного стыдно. Ну что ж, ребят, давайте попробуем порвать этих динамаечек. Не знаю, как получится. Я поменял карту. Поменял карту. Так, два ящика, это хорошо. Сейчас нужно банок побольше. Побольше формануть где-то банок, пока меня не убили. А, они между собой тимятся, не тимятся. Я не знаю. О! Эмми, давай дружить. Эмми. О! ГГВП. Сейчас мы дадим жару этим оленям. Они, понимаете, они-то думают, что нас нужно убить, но челлендж уже закончился. Сейчас хочется просто взять и Ой-ой-ой. Блин, они их слишком много. Капец. Ребят, ставьте лайк, если... О, понятно. Ставьте лайк, если хотите, чтобы мы как-то повторили этот челлендж, потому что, ну, надо при... Блин, я умер сразу, я не знаю, это нереально. Вообще, возможно, тупо разбить? Капец, посмотри на эту хрень вообще, блин, жесть. Все, ребят, последняя попытка. Если сейчас не получится, тогда давайте наберем на этом видео колоссальнейшее количество лайкосов, и я попробую это сделать в другом видосе. Ну, потому что, блин, что-то как-то быстро мы умираем с Эммами. Во-первых, я опять раньше умер, чем он. Во-вторых, вообще это возможно, блин, выжить? О, хорош, он кого-то уже убил. Он уже тупо кого-то убивает. Так, я две баночки. Наверное, рядом ходить не очень хорошая идея. Поэтому я буду стараться держаться где-то на дальней дистанции. На дальней дистанции. Заметил меня. Ничего. Ничего. Сейчас, блин, я его второго убил. А вот моя жертва. Ох! Блин, пассивки у всех. Еще у меня спрашивали, а какая пассивка? Ну, какая пассивка? Ау! Я тоже кого-то убил. Так, ну неплохо, неплохо. Карта уже мне больше нравится это. Главное, чтобы их много не было в одной точке. Есть. Мы с Эмми тупо затимились. Так, споки. Вот здесь им будет посложнее. Посложнее нас зафигачивать. Так, спокойно. Так, Эмми опять кого-то порвал. Хорошо. У него 10 банок, у него 10 банок. Блин, может у нас получится все-таки. Хыдыщ, хыдыщ. Еее, бэйби, мы это сделали, лол. Мы тупо разбили всех динамаечков. А, интересно, а в соло, если... Вася, на-на. Блин, здесь он меня выиграл. Интересно, а в соло? Ну, я не знаю, челлендж прикольный. Ребят, накидайте своих челленджей в комментариях.
А если вам понравился подобный челлендж, то ставьте опять же пальцы вверх. Мне, в принципе, понравилось в таком участвовать. И вообще абсолютно не жалко, что я подарил новые скины Эмми, потому что он мне очень сильно помогал. Ребят, если вы тоже хотите новые скины, знаете, что нужно делать. Подписочка, лайк, ну и само собой гоу в Инстаграм по ссылке в описании. Подписывайтесь на мою инсту. Это же не чья-то инста, моя. Там регулярные посты, сторисы, реальная жизнь и комментарии под последним постом. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребят.